Всем мое почтение. Сегодняшнее исполнение, в частности, для тех людей, кому в момент просмотра этого ролика будет хреново. Таким людям необходимо помнить о том, что это лучше может не быть, а хуже завсегда и пожалуйста. Исходя из этого, следует, что не так уж вам и плохо. Согласны? Нос по ветру, а хвост пистолетом. Кирсанов Семен Исаакович. Человек стоял и плакал, комкая конверт. В 100 ступенек эскалатор вез его наверх, к подымавшимся колоннам, к залу, где светло. Люди разные наклонно плыли из метро. Видел я, земля уходит из-под его ног. Рядом плыл на белом своде мраморный венок. Он уже не в силах видеть движущийся зал. Со слезами, чтоб не выдать, борются глаза. Подойти, спросить, что с вами, просто ни к чему. Неподвижными словами не помочь ему. Может, именно ему-то лирика нужна. Скорой помощью в минуту подоспеть должна. Пусть она беду чужую, тяжесть всех забот, муку самую большую на себя возьмет и поправит, и поставит ногу на порог, и подняться в жизнь заставит лестничками строк. Всем спасибо.